Добрый день! Сегодня с вами поговорим о такой проблеме, как боль в ухе. Чаще всего она у нас вызвана с вами воспалительным процессом, который называется отит. В таких случаях мы с вами, как правило, как основное лечение, мы используем с вами ушные капли. Да, в зависимости от того, какой у нас процесс течения заболевания, мы используем либо с антибиотиком, либо с противовоспалительным компонентом. При отите у нас есть такая анатомическая особенность. Да, у нас с вами от уха к носоглотке идет евстахиевая труба. Вот, и при отите эта труба у нас отекает, в результате чего у нас нарушается приток воздуха к уху, да? Тем самым у нас развивается воспалительный процесс. Поэтому обязательно вместе с ушными каплями мы с вами используем назальные формы, такие как ренаном, реностоп, ксилен, атревин. То, что у нас капается через нос, используется, да, оно будет снимать у нас отек вот в этой евстахиевой трубе, в результате чего у нас будет быстрее проходить боль, ну и, соответственно, воспалительный процесс.